Продолжается ремонт. Вот она, наша зона ремонта. Здесь еще все плохо. Должно быть как-то вот так. Линии должны быть ровными. Вот уже расходятся. Вот так вот это все у лампы выглядит. Вернее, не у лампы, а в дефектовочном экранчике. Пока что еще все некрасиво. Решил немножко отдохнуть от этого и заняться чуть другим. Тут на задних крыльях еще есть тоже над чем поработать. Такая вот красота. Сейчас настроимся. Автофокус. Тут и шишечки, и вмятинки. В общем, есть над чем поработать. Сейчас чуть отвлекусь. Вот это поделаю. Полегче. Вроде как. И продолжу там. Вот здесь вот были вмятинки. Вот от них следы еще остаются. Небольшие. И шишечки. Было примерно так. Вот как здесь. Уже стало гораздо лучше. Продолжаем сражаться. По-моему, хорошо. И по-моему, хорошо. Вот оно место залома. И вот вторая часть крыла. Thank you.
Теперь порыжнемся немножко и, наверное, хорош. И у меня уже, можно сказать, финальная стадия. Ну, не отлично. Все закругляются. Мелочи не дошлифуются, доделаются. Да. Вот это место набитое. Надо полирнуть. Повернулись. А теперь берем волшебную тряпку и все вытираем. Машина чудесным образом из ударенной превращается в новую. Да, даже лучше. Как мы видим. Ну, если бы не царапка, вообще бы не доебаться было. Да, царапка, конечно. Ты хитрые кусты. Ну, что делать? Ты куст царапнулся? Да. Куст поцарапался об машину. Там ветка такая жесткая была, что даже напоминала. Ну вот, собственно, и вот и вот. Нет, смеси вмятину то, что было. Или вмятина это отдельно царапина. Вмятина это мячик. Я думал, это в куст куда-то заехал, а там ветка жесткая попалась. Это мячик. Детвора играл во дворе. Детвора, она такая. Я помню свое детство, поскольку в машину мячик попадал. Такой же. Раньше там машины были какие. Не такие, как сейчас. Сейчас они нежные. Ну ладно, вот как-то так. Вот он, счастливый хозяин. Повернулся спиной. Второй раз встречаешься. Да. Уже мы эту машинку делали. Раз на капоте теперь. Решили на крыле потренироваться. Пока машинка собирается, нашли мы вмятинку одну на крыше. От кого-то, от чего-то. Вот, надо ее сделать.
Сталин самый большой грибок, который только нашелся. И выдергиваем. Во. Чудо произошло. Теперь надо забить шишечку. Вот здесь была вмятина небольшая. Вот след остался. Чуть-чуть надо полирнуть. Вот так снимать больше нечего. Всем пока-пока. Удачи. Машина собирается. Сейчас будем выезжать. Подписывайтесь на канал. Пишите комменты. Ставьте лайки. Всем удачи.